сожалению, есть жертвы, не только разрушения. Вот люди лежат на тротуаре, вот на этой стороне, вот на той стороне уже убрали. По предварительным сведениям, это была ракета РСЗО, начиненная кассетными боеприпасами. Ракета разорвалась практически в самом центре Донецка. Это жилой район, но здесь нет никаких административных зданий. Специально для подписчиков Варгонза Дмитрий Селезнев из центра Донецка.